А многим кажется, что можно оставаться членом ОДКБ, повторяю, и получить помощь США. Это невозможно. И об этом американцы устами своего посла несколько месяцев назад четко заявили, что есть юридические препятствия, по причине которых они не могут предоставить. Сенат должен принять решение. Как может Сенат решить помочь Армении, когда один из сенаторов может встать и сказать: «Простите, но Армения состоит в ОДКБ и является союзником России, следовательно, является нашим врагом». Это правовая часть. Мы видим это в целом в следующем виде. Должны быть изменены внешнеполитические ориентиры. Это даст возможности. Мы не разделяем ту точку зрения, что мы должны уповать на свои силы, потому что это также про российская пропаганда, так как они хорошо понимают, что Армения, оставаясь в изоляции, остается под российским сапогом. Клин клином вышибают.